из желающих. Прошу спасибо. Значит, сегодня на какие-то результаты, что у нас уже имеется, особенно актуально и активно у нас в этом каталоге. Как бы, кто помнит, значит, регистрацию, оформление заказа и оплату заказа, который будет не менее 21 евро и 99 центов по ценам каталога. И в следующем периоде при оформлении заказа тогда консультант, новичок получает от нас два средства. Это средства для духовок и для плит, которые у нас самые популярные, и средства для мытья посуды, концентрированное, то, что у нас имеется, концентрированное средство. Поскольку у вас сейчас очень, очень активно развиваются структуры не только в Латвии, но и в других странах, тогда вот вы видите сумму первого шага, который должен выполнить новичок, чтобы участвовать на подарок, чтобы участвовать в стартовой программе и в других валютах. Да, вот наверху видите эти суммы. Берите во внимание, поскольку это очень важно, когда у вас развивается структура где-то вне Латвии или вне еврозоны. Что актуально? Если какие консультанты могут стать нашими новичками с первым шагом? Значит, это все те консультанты, которые зарегистрировались в 9, в 10 или сейчас в 11 периоде, и которые ни разу еще не оформляли заказ. Значит, они все могут сейчас делать первый заказ в 11 периоде и участвовать на эти подарки. Очень важно, чтобы был оформлен и оплачен заказ, не только просто оплачен, но подтверждена оплата заказа в течение 11 периода. А что делать, если заказ оформили в 11 периоде, а новичок оплату провел только в 12 периоде? Тогда в 11 периоде не будет считаться, что он выполнил первый шаг. Но вы как наставник посмотрите, если в 12 периоде, а мы сейчас можем посмотреть, как раз каталог у нас под рукой, как вы видите, в 12 периоде тоже не нужна будет сумма 21 евро 99 на первый шаг. Значит, если он не успел оплатить в 11 периоде, он будет участвовать как новичок в 12 периоде и уже тогда сможет получить подарки 12 периода. Если вдруг он сделал заказ меньше, не 21,99, а, например, 21,98 хоть или 2,90, то это ему будет считаться пробным шагом, и в следующем периоде он может выполнить условия первого шага и поучаствовать уже дальше, получить подарок первого шага и участвовать дальше в стартовой программе. Поэтому если что-то в первый раз у новичка не получилось, не надо его вычеркивать из списков, из возможностей, ему просто надо сказать, что он может участвовать дальше. Дальше со следующего периода. Конечно, не забудьте всегда предложить, проинформировать, что есть возможность участвовать дальше до 9 шагов в стартовой программе и какие суммы необходимы для того, чтобы получить комплекты по особым ценам. Здесь вы сейчас видите все суммы во всех валютах евро, в евро-странах, с которыми мы работаем и какие валюты имеем. Значит, возможность в евро, если будет оформлен заказ на 44 евро 99 центов, то подарок будет, этот комплект стоит 5 евро 99 центов. В других валютах вы видите указаны все цифры. Если наоборот на 89,99 будет, побольше будет эта сумма заказа, то комплект, подарок-комплект будет стоить только евро 99.
И вот это, наверное, надо показать вам, с тем даже я бы посоветовала сфотографировать этот слайд, чтобы он у вас был, когда у вас развивается структура вне вашей стране. Обязательно берите во внимание вот эти суммы, чтобы вы могли сразу рассказать человеку о его конкретно его возможности и предложении. Также у нас сейчас для новичков, вы уже заметили, есть комплекты пробников, и в 11 периоде у нас будут немножко изменения. Кто смотрел в прошлом периоде презентацию, заметил, что цена была 4,89 €. Сейчас она поменялась на 5,29 €. Это связано с тем, что без пробников еще дополнительно новичка будет упаковка с зип-замком. Это пластмассовое закрытие, которое бывает у нас такие мешочки в аэропорту или где, когда мы можем зип-ключиком закрыть. И вот такая упаковка будет вместе с этими пробниками, чтобы было новичку удобно все держать в одном месте, получить удобно и чтобы не потерялись ни одни пробники. Что же входит у нас в этом комплекте? 8 разных, 9 разных ароматов, 6 женских, 3 мужских аромата. Потом есть пробники дневных ночных кремов Гардери, Карен Вейдж, Пролэкстер серии, Аквасмарт пробник один, потом есть пробники декоративной косметики, это будут губные помады, это разных серий, чтобы новичок вместе с клиентом мог определить, какая серия больше понравилась, которая более увлажняющая, которая более насыщенными тонами, цветами, да, чтобы просто уже разобрать по сериям, какие они бывают у нас. Потом будет 2 пробника шампуня, 2 пробника кондиционера, это уход за волосами, и 3 средства уходом за домом, это будет наш топ-продукт уход за плитой 1119, потом пробник будет концентрированное средство для мытья посуды и пробник универсального порошка для стирки белья. Так что, ну, в принципе, самые такие топовые продукты, вы видите, будут новичков в этой упаковке, в этом комплекте. И обязательно предложите новичкам это приобрести, потому что такой шанс у них будет только первые три периода после регистрации, когда им предлагается вот эти пробники, этот весь комплект по такой специальной цене. Как вы знаете, если это отдельно все покупать, это будет как минимум 2 раза дороже все стоить. Да, так что предложите. И если консультант вам приобрел этот комплект пробников, вы уже знаете, что он более серьезно относится к возможности сотрудничества, он тогда будет более знать лучше товар, продукт, он, возможно, будет привлечь новых клиентов. Так что обязательно предложите, посмотрите на него реакцию и расскажите, как это для него может быть выгодно. Ну вот, дальше у нас идет акция. Акция – это купон. Это уже действует у нас второй период подряд. Как вы знаете, в 10-м каталоге за 17,99 € выдавался купон для наших клиентов. Или если суммарно были маленькие заказы у клиентов, значит, вам выдавался купон. И то же самое продолжается в 11-м каталоге. И только в 12-м каталоге, наконец, будет возможность приобрести ароматы со скидкой 50%. Помним. Скидка идет с черной цены, с базовой цены, и сумма 17,99, за которую выдается купон, это сумма по продуктам каталога, не берем во внимание автозаказ. Да? Значит, если клиент заказал платье, ну, к сожалению, купон ему не пойдет, если это платье только не было у нас сразу на месте. Что еще важно? Будьте внимательны, будьте бдительны, поскольку этот купон идет на ароматов, у нас уже 2 каталога, 10 и 11, просто сейл, распродажа. И, конечно, клиент может видеть, что его любимые духи, возможно, приобрести уже сейчас 50% скидки, и он не видит как бы смысла этот купон использовать. Ну, тогда предложите, что сейчас он может купить аромат большой со скидкой 50%, на эту скидку он может использовать потом на маленький объем этого же аромата, который может эта дама в сумочке нести с собой или как-то
на работе, чтобы он стоял, да, что не надо всю бутылку все время таскать с тобой. Но есть один аромат, про который я хочу вам особенно показать сейчас, как бы обратить ваше внимание. Мы знаем, что есть у нас любимцы аромата Юдашкин Роуз. И хочу обратить ваше внимание на 28-й странице. Если мы смотрим, вы видите, что в 11-м каталоге, то, что сейчас начался, аромат Юдашкин Голд можно приобрести со скидкой 60%. При условии, если покупаем две бутылки. Значит, при покупке двух ароматов клиент получает скидку 60%. И получается, что аромат стоит только 17,99. Если вы знаете, что у вас есть клиент, который желал этот аромат, но не мог позволить себе заранее, если у вас такие клиенты есть, вы можете им просто предложить, что если один купит и второй купит, что получится эта скидка для него. Или пусть он в следующий раз использует купон 50% и покупает тогда уже с другой скидкой. Обязательно смотрите, поскольку распродажные каталоги очень такие с хорошими скидками, чтобы клиенты всегда могли тоже потом купоны пользоваться и не чувствовали себя обманутыми. Всегда посмотрим, что их любимые духи, когда они были выгоднее, а маленькие объемы ароматов или те, которые были без скидок, предложим им приобрести в следующем каталоге уже с купоном. Что еще у нас актуально? Да, у нас очень актуально это программа рекрутинга, которая уже началась в прошлом периоде. И вы все имеете возможность заработать реально сумму денег, которая, в принципе, без ограничений, только из-за того, что будете привлекать новых консультантов и помочь им сделать первый шаг. Как же это будет? Во-первых, вы сами должны, как консультант, делать свой личный объем не меньше 30 баллов за каждый период. Привлекается нового консультанта, пусть он выполняет первый шаг стартовой программы. И если у вас будет один новичок в период, вы за него получите 3,50 €. Если будет два и больше новичков, то за каждого вы получаете 6 € с компанией. Уже у нас прошел 10-й период, как вы уже знаете, результаты будут начисляться за каждый период по итогам. Сегодня мы получили отчеты, сегодня вечером уже вам должны были начислить денежку за ваш заработанный, за ваш труд. И сейчас посмотрим, как же это выглядит. Вот по странам, где были евро, по евространам, с валютой евро, компания за 10-й период выплачивает своим рекрутерам, консультантам, которые привлекли новичков, 1650 €. Компания сегодня это начислила на ваши счета. Самый большой результат 114 €, где привлекла Елена 19 новичков с первым шагом. Елена у нас из Литвы. Потом 54 € получает тоже один рекрутер, который привлек 9 новых консультантов. Дальше 42 € получает тоже один новичок, ой, простите, 48 € получает один рекрутер, который привлек 8 новичков. Как вы видите, достаточно много получают те, которые больше привлекают новичков, но... Тоже есть хорошие результаты на то, что очень много рекрутеров, 36 рекрутеров привлекли 2 новичков, и из-за этого компания выплачивает 12 €. 15 рекрутеров был, которые 3 новичка привлекли и получают 18 €. Но, как вы видите, за одного 3,50 платят, и такие у нас есть 84 рекрутера, которые привлекли по одному консультанту новому. Значит, у нас в месяце по евро зоне 310 новых консультантов и привлекло их 152 рекрутера. Это хорошая цифра,
Но я бы хотела сказать, что вы можете лучше, вы можете больше себе заработать, и компания готова выплачивать эти деньги. Если бы новичкам и в 10-м период, то в 11-м за первые новички идет 3 евро или 6, если были новички в 10-м период. Так, каждый период идет как отдельный цикл. Если вы в 10-м привлекли одного, вы получили 3,50. Если вы в 11-м привлечете одного, вы тоже получите 3,50. Но если вы будете привлекать больше, то за каждого 6. Значит, каждый период начинает как бы с нуля считать. Да? Так что привлекаете больше двух и желательно больше пяти, чтобы вам было приятно уже получить эти деньги каждый раз на счет. Инесса, это понятно? Ответ был, да? Напишите, пожалуйста. А что же было дальше с другими странами? В Великобритании, где фунт стерлинги, да, было 19 новых консультантов. Это привлекли 10 рекрутеров, и компания вместе выплачивает 92 фунта этим рекрутерам. В Болгарии было 35 новичков и 19 наставников, которые привлекли консультантов. Им выплачивается 365 левов, или это 180 примерно евро. Да, в Чехии было 33 новых консультантов, и их привлекли 19 рекрутеры. И вы, как вы посмотрите сейчас на Румынию, в Румынии было 201 новый консультант, и их привлекли 41 наставник. Обращаю ваше внимание на Румынию, потому что Румыния та страна, которая сейчас начнет развиваться, будем ее открывать, уже первые поставки пошли в эту страну, и как вы видите, очень активно идет рекрутинг по этой стране. Так что будем надеяться, что этот результат, 5 почти консультантов на одного рекрутера, ну, в дальнейшем будет как минимум для каждой из нашей страны. Так что компания выплачивает деньги, будьте добры их забирать. Это я очень вам советую. И почему я вам еще это советую, будьте активны и привлекайте новичков, потому что вы все уже знаете, что осенью компания празднует 20-летие, и это будет очень красивое мероприятие в Москве 1 октября, но не все попадают на это мероприятие, не все имеют этот статус, чтобы на него попасть. И как уже по опыту февраля, когда у нас был красивый форум в Латвии для стран Европы, для Балтики, компания решила перенести этот красивый праздник, как бы скопировать, сдублировать и сделать его тоже в Риге для всех заинтересованных консультантов с Прибалтики, с Европы. И какая же, когда это будет? Конечно, это будет тоже еще успеем в октябре, 28 октября. Это будет в городе Рига, в Латвии, и в очень красивом нашем зале Splendid Palace, который один из самых красивых залов, более такой богатый, потому что мы понимаем, что 20-летие хочется как красиво его спраздновать, элегантно, чтобы мы могли красиво одеться и почувствовать себя праздничными. Идея такая, что этот праздник будет примерно с 11 часов начнется, и, конечно, как минимум до 4 вечера. Что еще хорошего, почему вдруг после новичков я начал говорить про такое мероприятие? Потому что тех, которые из Прибалтики, есть у лидеров возможность 30 лучше активным рекрутерам получить билет на это мероприятие в Риге, подарок. А сейчас надо такие, знаешь, тромбоны, чтобы звучали. Как же это получить? Сейчас на данный момент у нас идет акция на рекрутинг, которая проходит с 10 по 13 периода. Но для акции, для билета на это мероприятие акции продлевается с 11 по 14 периоду. Что надо сделать? Условия, в принципе, те же самые. Личный объем делаем 30 баллов. Привлекаем по возможности больше новичков с первым шагом стартовой программы. И выбираем 30 лучших. Если будет так, что разделяется по количеству одинаково много
было привлечено новых консультантов, то второй шаг уже будем смотреть по объему, который принесли эти новые консультанты, какой по баллам, сколько был большой объем. И вот 30 самых лучших рекрутеров мы будем приглашать на это мероприятие, как сказать, будем дарить билеты. Я надеюсь, что борьба пойдет, вы будете зарабатывать на новичков по программе для рекрутеров и будете очень заинтересованы это продолжить не только в 13-м периоде, еще в 14-м, чтобы попасть на 30 лучших рекрутеров для мероприятия. Более подробная информация будет в самое ближайшее время уже на страничке домашнего сайта, но будет, значит, где происходит, какие условия, эта вся акция будет расписана. А, конечно, ближе к октябрю уже появится программа, на данный момент программы пока нету. Это пока еще сюрприз для нас самих, что у нас будет. Ну, так что готовимся, знаем, что мероприятие будет красивое, только что конкретно, это уже попозже. Также, да, звук. Да, скажите, у кого-то еще заедает звук? Или все в порядке? В чате, пожалуйста, напишите. Алло, меня слышно? Инесса. Великобритания меня слышит, да? Звук отличный, Италии тоже. Ну, Лилия, простите, это, наверное, тогда чисто у вас что-то. Надеюсь, что самое важное услышали. Также хочу напомнить, что в связи с этими всеми рекрутерскими программами нам еще все очень актуален бонус быстрого старта. Помним, что консультанты, которых вы сейчас регистрируете до 14-го периода, включая, начиная с 8 по 14-го, у этих консультантов есть шикарнейшая возможность участвовать на бонус быстрого старта. В течение 9 периодов подряд после регистрации этот новичок 2 раза должен подтвердить какую-то из квалификационных квалификаций, начиная с директора и выше, значит директор, старший, серебряный, золотой и так далее. Подряд два каталога, и он получает бонус в зависимости от его квалификации. Если он удержал директора, он получает 1000 евро за то, что он удержал директора. Если он удержал старшего директора, то он получает 1500, значит 1000 за директора плюс 500 за уровень старшего директора. Если он серебряный директор удержал 2 раза, он получает 3500 евро. Это 1000 за директора, 500 за звание старшего директора и 2000 за серебряный. Но если он удержал золото, то плюс еще 3000 за золотого директора. И это бонус быстрый старт. Как вы знаете, без этого еще, если он удерживает квалификацию 6 периодов в течение следующего полугода, это очень важно, что вы вместе за год, вместе сложно, в общем, суммарном, он удержал 8 периодов этого звания. Тогда он 2 раз получает эти бонусы. Значит, он может получить за золотого директора 6500 плюс еще 6500. Это 13 тысяч евро за год просто так. Дополнительно тому, что еще у него будут идти бонусы развития, бонусы стабильности и комиссионные проценты за развитие его структуры. Это очень хороший быстрый старт, и он очень актуален как раз для тех новичков, которых вы сейчас регистрируете. Не забудьте им это все рассказать и сами выучите это как стишок наизусть, чтобы знали всегда, что ответить своим новичкам.
Также без того, что мы активно смотрим на наших новичков, мы, конечно, не хотим терять тех, которых мы когда-то привлекли, за которых мы уже свою работу когда-то сделали, значит, привлекли, рассказали и так далее. Но они, возможно, какое-то время назад сделали последний свой заказ, и сейчас от них тишина. Ну вот и компания делает поэтому для таких консультантов, которые неактивны каждый период, акции, которые называются «Возвращаемся в бизнес». Это те консультанты, которых вы можете увидеть в своем в отчете текущие показатели. И в каждом периоде эти консультанты, которые участвуют в этой программе, будут отмечены ярко-желтым цветом. Вот все яркие, ярко-желтые у вас консультанты, они участвуют в этой акции. И как вы видите, здесь даже предлагается больше подарков, чем новичкам. Если этот консультант, который участвует в акции, сделает заказ на 22,49 по ценам каталога, он получает 3 подарка, и он эти 3 подарка сразу выбирает при оформлении заказа на втором шаге. Значит, средства для духовок, для мытья посуды, концентрированные средства, и еще вдобавок крем для рук, про руки Стерии, 21,86 артикулов. Да? Значит, 3 продукта он получает. Компания высылает информацию этим консультантам, которые участвуют в этой акции. Но как мы знаем, то, что мы высылаем, а они всегда, консультанты, понимают, воспринимают, да, иногда забывают. И поэтому очень важно, чтобы вы, как наставники, им позвонили и в разговоре еще раз напомнили, рассказали, подчеркнули актуальности. Только тогда они понимают, что им было выслано, что они прочитали или даже не прочитали. Да? Поэтому очень важно, чтобы вы, как наставники, активно поработали. То, что вы сейчас видите, это у нас уже идут новинки каталога. В принципе, сам продукт по себе... Да, я извиняюсь, возвращаемся к акции «Возврат в бизнес» или SMS. Инесса есть по-разному. Вообще-то мы высылаем имейлы и SMS. Но это очень важно вам понять. Мы имеем право высылать информацию только тем консультантам, которые отметили, что он желает получить SMS или желает получить мейл. Если он не отметил, что желает, компания ему информации не высылает, и тогда он вообще не знает, что ему предназначается. Поэтому так важно, чтобы вы еще дополнительно им позвонили. А сейчас уже возвращаемся тогда к новинкам. Как вы видите, сам продукт, наверное, я бы не сказала, что новый, но то, что актуально, это новые 2 тона, которые вот предлагает компания. Вы видите, как на лето, очень интересно, такой золотистый этот тон и зеленый, которые как новинки у нас идут. То, что очень-очень приятно видеть было эту таблицу, сколько разных вариантов есть, чтобы стрелки, подводку сделать, да, и как вы видите, если я знала 2 варианта, мне казалось, что это уже много, оказывается, что даже вот с такой стрелочкой можно очень-очень иначе вырисовать свой глаз, или сделать его уже, или шире, да, так что вот какое искусство, оказывается, наши стрелки. Но новые тона будем предлагать на летний период обязательно. Но есть еще одна новинка, как раз опять для глаз, для того, чтобы наши глаза стали еще более яркие, более открытые, более такие, сразу чтобы видно было, что мы смотрим, да, на них, на людей. Значит, это база. Это база под тушь, которая ставится, значит, на чистые ресницы. Да, на чистые ресницы наводим сперва эту базу, которая у нас новиночка. А что она делает? Она укрепляет ресницы, она более объемные сразу их делает. Он нейтральный бежевый такой есть тон, не черный. И потом вы уже, когда высохла, берете тушь и наносите тушем на ресницы и уже делаете их более ярких, более выразительных, более объемных. Этот продукт я бы посоветовала действительно предложить тем дамам, которые вы видите, что любят красить очень
очень такой вызываешь, можно немножко даже сказать, глаза, и тем женщинам, которые носят очки, вот как я, например, да, потому что женщинам, которые носят очки, у них оптика делает просто такой, что немножко более мелкие, более узкие глаза делает. И тогда очень часто вы увидите, что женщины, которые носят очки, они очень ярко выкрашивают глаза, вот как раз ресницы. И вот эту базу 100% можете предложить дамам, которые хотят более сильно подчеркнуть свои глаза. И туши надо меньше. Кстати, да, туши надо меньше, хватает одного-двух разов пронестись с тушем после этой базы, когда глаза уже действительно очень ярко подчеркнуты. Марина пишет, что 15 лет назад на рынке было для жидких ресниц. Для жидких ресниц. Ну, наверное, там для тех редких, вот я хотела так даже сказать, у кого ресницы редкие, да, тоже очень хорошее это средство, которое придает объем, из-за этого кажется, что ресницы густые, красивые. А цена шикарная, за тот эффект шикарный. Дальше у нас есть из L'Oréal Mystery новые дезодоранты, на что я хочу вам обратить внимание. А если еще не успели попробовать, вот зеленый дезодорант, обращаю ваше внимание, это что-то очень интересное, потому что он снятый. И действительно, когда я взяла запах, я не посмотрела, что это мята, я просто открыла понюхать новый аромат, и я удивилась, да, потому что был на 100% такой хороший запах аромата мяты. И потом, да, мы посмотрели, что это мята, очень что-то необычное. А такого, в принципе, еще никогда мне не было, такого я не видела, чтобы из мяты был дезодорант. Когда мне спрашивали про качество, сразу говорю, что я еще не испробовала, не знаю, как он держит. Но беря во внимание, что эти роликовые дезодоранты, которые есть в компании Faberlic, они очень хорошо держатся, потому что, например, вот то, что хлопок у нас есть, да, дезодоранты, и перед этим были из османтус жасминовые дезодоранты роликовые, они достаточно хорошо держат пот и запах задерживают, и даже в течение всего дня. Если я из людей, которые достаточно не любят, где нет воздуха хорошего, потому что потею, я не люблю вот такие помещения, не особенно хорошо переношу жару, но с дезодорантами вот этими роликами, которые в компании есть, целый день я могу спокойно существовать, жить, и не надо будет возобновлять этот дезодорант в течение дня. Так что надеюсь, что это качество такое же хорошее будет, как и на предыдущих дезодорантах. Замечательные даже для очень жаркого климата. Но, Марина, если это из Италии пишет, девушки, мы уже точно будем верить, потому что где еще жара не бывает, чем в Италии, да? Спасибо, Марина, за ваше замечание. Очень благодарю вас всех, когда вы даете обратную связь и информируете нас всех. Сицилия, да, Марина, я уже поняла, что вы наш консультант Сицилии. А что еще у нас нового? Значит, компания уже предлагает новые протеинобатончики, которые есть. Они будут два вида вкуса. Будет кокос и будет шоколад. Эти батончики очень сбалансированы по витаминам, по всем свойствам. Они очень хорошо годятся, если вы хотите придерживаться хорошей формы, да, slim, то, что считается в slim фигуре, чтобы был выровнен вес. Если вы худеете, обязательно помните, нельзя худеть, не кушая. Но очень важно, чтобы вот эти перекусы были правильные. И вот один батончик, шикарнейший перекус в течение дня между обедами, завтраками. И даже я знаю, что очень много женщин не кушают завтрак, потому что встают и они говорят, я еще не хочу, мне желудок еще не работает. Вот в том варианте этот протеиновый батончик очень хорошо подходит, чтобы вообще взбодрить организм, чтобы дать ему силу уже сразу с утра. Так что батончики, я думаю, будут просто
спрос у них будет, когда они только появятся у нас наконец на складе. Да? Тоже буду пробовать, очень, очень хочу попробовать вкус эти. Ну и, конечно, наша новинка – это школьные формы, то, что у нас в каталоге на оборотной стороне каталога, как бы второй каталожку сделать. Школьные формы – это новинка 11-го каталога, но VIP-консультантам уже была возможность приобретать школьную форму 2 недели заранее, которые действительно поделились хорошим впечатлением, поскольку несколько позиций этой школьной формы мы смогли уже перевести сразу на склад Рига, и не надо было оформлять автозаказы. Конечно, не всю коллекцию, все размеры не в больших количествах, но что-то, чего-то мы завозили в Ригу на склад, и такой системы мы будем уже придерживаться и в дальнейшем, когда коллекционные одежды под несколько позиций будем привозить сюда сразу, чтобы что-то уже было. Это, я думаю, особенно важно для тех консультантов, которые не в Прибалтике, а которые в других странах, поскольку там доставка не в течение 2-3 дней, а доставка бывает 7, даже 10 дней. Поэтому для них ждать автозаказ плюс еще доставку к ним, это очень-очень долгое может быть время. Ну вот будем пытаться коллекции привозить пока несколько штучек, чтобы вы могли их больше и раньше получать. Ну вот и школьная форма, это обрадовало нас, поскольку в прошлом году школьная форма, когда была в Европе, никто ни одну штучку не получил. Была настолько она расхвачена уже в России, что ни для другой страны ни одной не хватило. В этом году, конечно, взяли во внимание наши пожелания. Товар есть, заказывайте, потому что мы знаем, что детская одежда – это самая, по-моему, качественная одежда из всех, что можно видеть, и она самая из натуральных тканей, очень хороших. Если даже есть что-то не из натуральной ткани, а обычно подкладка, тогда всегда уже хлопок бывает. Да? И без... Да, Линда, извините, не по теме, прочла описание Денис на английском каталоге. Перевод отвратительный, каждое второе слово неверно. Смысл описания не имеет. Инесса, благодарю, буду брать во внимание. Вы мне можете подавать такие информации во время наших презентаций, поскольку я действительно записываю ваши вопросы, чтобы потом уже давать их на решение. Я поняла, Денис... На английском. Спасибо, Инесса. Продолжаю тогда про школьной форме. Без того, что у нас есть школьная форма для детей, там есть еще целый арсенал аксессуаров для школы. Это сумки, сумки для спорта, это термосные кружки, это коробочки для еды, да, для, как это называется, даже... Ланчбокс, да, пенали и так далее. Есть очень много разного и красивого, и для девочек, и для мальчиков можно подобрать каждому по желанию, каждому по ситуации, каждому по цене и нужде. Так что будем баловать своих детей, своих клиентов, чтобы они получали очень красивые одежды и аксессуары. Да, Инесса, перешлите мне по мейлу, пожалуйста. Ну, еще у нас будет новинки в сфере парфюмов, и это, как вы знаете, сам аромат Beauty Cafe, один из самых-самых популярных Faberlic'и, а сейчас из Beauty Cafe Caprese, и Caprese еще идет аромат, у которого у вас, как консультанта, есть сейчас шикарнейшая возможность приобрести по особой акции 1+1, получаешь 3 аромата, значит, 2 покупаешь, 3 в подарок. Эта акция у вас будет при оформлении заказа на втором шаге. Аромат сам по себе гордения, фрукто-цветочный аромат. Ну, если мы смотрим на то, что Beauty Cafe одна из таких более женственных ароматов, видно, что по этой серии у нас идет еще одно предложение. Надеюсь, что этот хвостик и немножко пудра, которая есть в Beauty Cafe, здесь тоже будет сохранена. Пока этот аромат не попробовал, но на латышском языке была презентация, девушки говорили, что очень красивый аромат,
И очень хорошая цена сейчас получается. Сама, к сожалению, еще не успела испробовать, не могу вам проинформировать. Но то, что это гордения, что это фрукт, цветочный аромат, это очень меня заинтриговал. Это то, что может мне очень-очень понравиться. Говоря про бонусы за покупки, на этот раз вам бонусы за покупки не показываю, поскольку, в принципе, все бонусы за покупки с 2 по 25 страницы имеются подряд. Вы это все можете красиво видеть в каталоге. Летние бонусы, то, что у нас идут, да. И, в принципе, они не раскиданы, они все подряд имеются, поэтому, ну, вам, я вам специально рассказывать не буду. На каждой странице есть свое описание. На что обращаю внимание еще раз, значит, скидки сейчас в прошлом каталоге были, но сейчас продолжаются еще больше скидки. Это связано с тем, что уже 12-й каталог у нас пойдет со всеми другими предложениями, другими коллекциями, уже распродажа закончится. Да? Так что у нас начнется такая более осенняя тематика. Так что лето сплошные распродажи. Людмила пишет: Линда, скажите, у вас можно получить переходники к аппарату Денис для массажных электродов? Людмила, нет, к сожалению, и в России их нету. То, что единственное, где можно их получить, то, что мне посоветовали с Денис компании, у консультантов, у которых, возможно, есть какие-то остатки, потому что у них самих тоже больше нет. Но я понимаю, Людмила, что вы сами из Дениса, так что ваш вопрос, наверное, вот остался таким образом без ответа, потому что на складах уже больше Дениса нет этих устройств, переходников. Единственное, что можем предложить, пусть клиент купит новый аппарат. Так, значит, переходим обратно к аромату. Эти новинки, в принципе, с этими новинками мы закончили. Про бонусы я вам рассказала. То, что вам даю знать, обязательно не забудьте своим новичкам рассказать про второй, девятый шаг. Почему это важно? Потому что если вы его привлечете с первым шагом, это происходит автоматически, в принципе, если он регистрируется. Но если вы его уговорите на второй, девятый шаг, не уговорите, вы расскажете, он заинтересуется. Значит, это и есть тот консультант, которому 99% можно рассказывать про бонус быстрого старта более актуально, более внимательно и более такой широкой форме, да, потому что если он заинтересован в шагах, это еще одна такая галочка, что он может быть заинтересован в бизнесе, если это вы ему правильно преподнести. Поэтому говорите, рассказывайте, показывайте, развивайте себе в структуре новых лидеров обязательно. И, конечно, предложите им сразу не покупать один каталог, но несколько. И чтобы купить каталоги, вот для вас есть таблица со всеми кодами, артикулами, чтобы вы видели, знали, что можно приобрести, что можно предложить. И что очень важно, помним, что обязательные каталоги у нас предлагаются на втором шаге, как минимум. Значит, про каталоги. Если мы обязательно покупаем, эти 35 центов стоят. Если не хватает этих каталогов, которые вы можете приобрести по обязательному порядку, вы можете их заказать так же, как товар на первом шаге. Но будьте внимательны, что если вы заказываете 1 до 4 штук каталога, они идут по 70 центов. Достаточно дорогая цена. Но если вы приобретаете по 5 штук, 5, 10, 15, то они у вас стоят 45 центов при оформлении на первом шаге. Если вы закажете на первом шаге 6 каталогов, значит 5 будут стоить по 45 центов, а 6 будет стоить по 70 центов. Поэтому очень-очень это важно взять во внимание, как эти цены меняются. Людмила, я вижу, что вы еще написали, я не получила посылку, потому что у меня не было дома, и посылка в иной компании про это мне не сообщил. Людмила, это на mail, это надо разбираться с курьером, у нас сейчас есть новый руководитель, логист, к которому вот эти все вопросы я обращаюсь, и он лично индивидуально каждый рассматривает, каждую посылочку, как говорится, догоняет, где она. И он даст обязательно ответ тогда вам. Да?
Ладно, мне на сегодня как бы все. Я вам все рассказала, что желала. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите на mail. Вот то, что Людмила про заказы, то, что Инесса про какие-то Денис переводы на английском, да, про какие-то любые ваши вопросы, пишите на mail. Я менеджер Латвии, помогаю Германии, Болгарии и другим странам, которые не имеют своего менеджера. В Эстонии можно спросить и Веру, и если надо, и меня можно, если другие страны. Разберемся. Самое главное, чтобы у вас был интерес, были вопросы. А я вам пожелаю очень много новых консультантов с первым шагом, чтобы вы действительно получили от компании достаточно хороший доход, чтобы это вас завлекло еще больше и чтобы пошло развитие еще вперед. Спасибо вам. Благодарю за то, что вы подключились. Не забыли, что это вторник вечером. На следующем вторнике будем обучаться уже. И будем обучаться первой встрече. Жду вас на встрече в следующий вторник. А те, которые могут в четверг утром подключаться, будут итоги прошлого периода. Будем смотреть результаты по странам, как мы развиваемся. Спасибо, до свидания, до встречи, счастливо.